Друзья, всем привет! Предлагаю сегодня приготовить необычные салаты для новогоднего стола. А готовить мы их будем из субпродуктов. Итак, три теплых салата из субпродуктов для новогоднего стола. Первый теплый салат на сегодня – это будет салат из языка. Ну, язык варится порядка 6 часов где-то, плюс-минус. Могу, конечно, вставить вот этот отрезок кипящей кастрюли, но я думаю, вам это вряд ли понравится. Так что берем отваренный язык и режем его кубиком. Кубик чуть побольше, чем на салат. Можно плюс-минус такой же. Ставим разогреваться сковородку, а тем временем нарезаем кубиком наш лук. Пару столовых ложек масла в разогретую сковородку. И побежал лучок следом. Отправили следом наш язык. Долго по времени обжаривать не надо. Морковочка. Нарезанную на терке по-корейски. Шлеп. И опять перемешали. Посолили чуть-чуть. Выложили в салатник. Соленый огурчик. Маслинки. Просто пополам. И перемешаем. Припущенные овощи с чуть-чуть обжаренным луком и языком выглядит супер. Дальше я покажу вам, как мы это все подадим. Вариант номер два. Хочешь, я подарю тебе сердце куриное? Не свое. Так вот, второй теплый салат из обжаренных куриных сердечек. А подавать мы его будем с кинзой, огурцом, красным луком, ну и сюрпризом. Раскалили сковородку. Столовая ложка масла, больше не надо, вот буквально капнули. Чувствуете, зашкварчало. А теперь сразу куриные сердца. Солим и добавляем перец. И продолжаем мешать. Сердца заранее были обработаны и срезан жир. Буквально 7 минут обжарили. Смотрите, чтобы с них не шла кровь. Это будет примерно пониманием готовности. Смотрите, какие классные сердечки. Вообще супер. А теперь на основе этих сердечек мы сделаем салат. Возьмем терку. Если у вас такой нет, можете нарезать ножом. Свежий огурец. Кинза. И чуть-чуть капельку сладкого лука. Запах безумно вкусный. Вот второй вариант. Теплый салат с сердечками. И третий, завершающий рецепт нашего вечера – салат с печенью. Печень предварительно была замочена в молоке. Может полежать полчасика, часик. У нас из ингредиентов все для начала просто. Это печень, соль и мука. Для начала сольем молоко с печенью. Чуть-чуть посолили. Столовая ложка муки. И перемешали. Столовая ложка масла. И отправили обжариваться на сковородку. Не на сильный огонь. Иначе тут будет пшикать, взрываться, хлопать. Минутки 4 обжарили на одной стороне. Осторожно, она печенка имеет свойство сильно стрелять. И начинаем ее переворачивать. 6 минут повертели. Кто-то любит меленько, а я люблю, чтобы куски были крупные. Так что мы сразу выкладываем в салатник. Смотрите, какая классная печень.
Смотрите. Если печень чуть-чуть кровит, это не страшно. Но моя абсолютно прожарена. Хочешь попробовать? Да. Горячая, горячо. Осторожно. Оп. Вкусно? К нашей прожаренной суперпеченочке возьмем яичко, белок и желток не разделяя, и полукольцами. И вот так вот взяли и посыпали. Лучок красный, сладкий. Тоненько. Также помяли чуть-чуть. И засыпали. Душистый укроп. Деточки, до свидания. Смотрите, третий вариант теплого салата из только что обжаренной печени, безумно вкусно пахнущего. Ну а подадим мы его сейчас вам с тремя маленькими сюрпризами. Ну, как вам? Нравится? Ну так вот, давайте подведем небольшую финалочку. Первый. Отварной язык, припущенный, обжаренный с овощами, соленым огурцом и маслинами. Супер. Второй. Сердца. Куриные. С огурчиком, кинзой и лучком. Сладким. Вообще супер. Печенка, обжаренная крупными кусками, чтоб не была сухой. Полукольцами лука и яйца, чуть-чуть присыпанная укропом. Супер вкус. И к этим салатам я предлагаю на ваш выбор три варианта соуса. Вот такой томатный с чили, чтобы обжигал губы. Мой любимый, горчичный. Столовая ложка майонеза на чайную ложку зернистой горчицы. Супер. И вот такой, немножко неприглядный по виду, но безумно вкусный сметанный. С тремя перцами. Черным, белым и чуть-чуть чили. Вот такие салаты у нас получились. Помните, готовить это просто и безумно вкусно. С наступающим Новым годом, приятного аппетита. Ну и пока-пока, до скорых встреч. Нас еще ждет много интересных рецептов.